Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 октября 1929 года стал началом самого серьезного экономического кризиса 20 века — Великой депрессии. Падение акций привело к массовому разорению мелких вкладчиков. 10 миллионов безработных осаждали бюро по трудоустройству в поисках любого заработка. В сельских районах начался кризис перепроизводства. Фермеры вынуждены были уничтожать свою продукцию. Великая депрессия привела к невиданным социальным потрясениям. Лишь политика нового курса президента Рузвельта позволила преодолеть кризис.